Здорово, ребят. Ну что, сегодня мы будем финишировать уже наконец-то таки код Веронику. Осталось совсем немного. Развалить последнего босса, в принципе, да и все. Ладно, погнали. Собрали мы эту трикозу, что у нас в инвентаре. Короче, вот эту вот карточку надо с собой. И трикозу. Ладно, я понял, возвращаемся назад. Попробуем сначала стрекозу применить, короче, чтобы почистить инвентарь, так сказать. Для финального босса, как правило, надо будет до хрена хилов и, скорее всего, гранатомет какой-нибудь. Надо вспомнить вообще, где у нас сундук находится, и все это никому нет. Они снова здесь. Давай-ка мы, наверное, перезарядим дробовик, потому что. Хотя, у нас есть пистолет. Мы сначала его израсходуем. Подождем здесь этих ребят. Неваляшка какая, а? Вот это один и тот же. Наконец. Патронов две штуки. Давай, перезаряжаем. Ставим на это. По идее, все. За редким исключением надо парочку тут замочить и все. Так. Какой-то ведет в лабораторию вход, какой-то к сундуку. Это вниз, по-моему, в вооружейную комнату. Надо сначала, короче, мне на площадку попасть, куда нужно применять этот... Стрекозу. Так, это у нас вход к сундуку. Сундук — это если он будет двигаться вот здесь. Все, я запомнил. Значит, отсюда мы выходим. Идем. Вот сюда, только прямо. Скорее всего, ну как это чаще всего бывает, нужно босса будет завалить за определенное время. Так. Блин, я не знаю, нет, по-моему, я отсюда не попадаю. А у нас лаборатория. Нет, походу. Как же я попадал? Может быть, вот здесь? Я помню, что там тюрьма, подвал, вот это вот что-то. Нет. Просто комната сохранения. Там у нас комнаты близнецов и все. Да, значит, получается только через... Там лифт, он спускается вниз. Да, только через особняк. Явно не пройти, вроде как. Ладно, давай вниз.
у нас тигр получается, короткий путь. Давай здесь пройдем. По карте вообще есть что-нибудь? Да, карта о многом, конечно, говорит. Я, короче, забыл, где это попытка. Тут у нас, по-моему, лаборатория, кишка, тигр. А тут напряжение подается. Эта штука без света не работает. Сейчас я попробую на лифте съездить. Бля, вот упор забыл. Нет, лучше лифт работает. Просто из особняка, по-моему. Из особняка. Только идти надо прямо. Все, я вспомнил. Короче, там, где сундук, развилка. Бороться с этим прямым управлением, естественно. Когда-то оно очень-очень редко, но оно помогает. Но не всегда. Отсюда, короче, наверх. Потом мы заходим в сам особняк. Заходим в комнату с картинами, откуда щупальца лезут. Только мне прямо. Здесь, да, по-моему, так. Отсюда мы двигаем наверх по ступенькам. Заходим сюда. Вот, по идее, мне прямо. Скорее всего, мы попадать должны в тюрьму. А, вот. Наконец-то. Здесь мы топаем наверх. Применяем стрекозу, но не применяем карточку. Это важно. Карточка, потому что запустит как раз у нас финального босса. Я так думаю. Закрыты, отверстия, давай. Сюда мы запихиваем стрекозу. Готово. Открываем дверь. А, ну да, да. Вон уже кто-то ходит. Давай чуть назад, я их не вижу. Поближе, ребят, смелее. О, баб. Неугомонные. Один так вообще веселый. Еще кто-то ходит. Погоди. Перезарядочка. Но эти-то двое точно легли. Кто-то еще тут есть. А, но он, скорее всего, на платформу вышел.
А это что за хрень тут у нас? Просто какие-то ящики. Ой, стой, стой. Вот это дело пригодится. Сделал траву, мы возьмем обязательно. Даже, в принципе, можно ее скрафтить. Ее все равно придется совмещать. Да. Совмещаем. Так. И инвентарь посвободней. Крафтить ее придется на максималку. Так, давай, наверх. Я его опять не вижу. Сак он поменяется, он не гражданин. Причем он смотрит на тех, кого я уже завалил. Но мать его, там у тебя ничего, что впереди чувак ходит. А нет, он вообще внизу. Странно. А его как-то можно затерчить? Ну допустим. Терминал. Схема отключения самоуничтожения. Установил карточку. Угу. Так, а давай теперь мы вообще ничего нажимать не будем. Пусть этот зомби там ходит. Вот карточка эта нужна теперь или нет? Ладно, топаем в сундуку. Он видит, видимо, там его забыли в суматохе одного единственного зомби, но пускай он там гуляет, ничего страшного в этом нет. Он, я думаю, нападать на нас не будет. Но как только активируется код уничтожения, здесь появится, на этой площадке должен появиться финальный босс. По-любому. И мы его как раз сейчас подрихтуем. Этот, наверное, так и не выберется отсюда никогда. Нам потом надо будет на вот том лифте подняться, скорее всего. Ну, посмотрим. Сначала надо босса завалить. Отсюда мы двигаем вот сюда. Тут у нас сундучок. Вот он сундук. В этой комнатушке. Пистолет уже явно не нужен, можно спокойно его выкладывать. Как и дробовик. Я вот не знаю насчет того, что пригодится ли мне карточка еще. Давай, вот так. Берем с собой, ну естественно, тихо. Блин, автомат может быть, конечно, тоже норм пойдет. Ну давай, магнум. Это самое у нас гордое, как обычно, оружие. А к магнуму мы берем огнемет. Ну или что это такое? Так, кислотные заряды. У нас есть еще какие-то? Никаких больше нет. Вот такие есть. Обычные у меня уже заряжены. Так. Надо что-то с хилами делать. Мы, короче, есть красная трава? Да. Одну красную берем. Сейчас мы это дело все скрафтим. Совмещаем вот с этой. Никак. Угу. Давай так сделаем тогда. И. Так, может быть, просто зеленку эту выложить. Взять спрей, он получше все-таки. Он мне сподручнее, так сказать, пригодится. Давай мы берем два спрея. Вот так. Сюда бы еще, конечно, влезает. Давай временно выкладываем магнум.
Берем еще красную траву. И зеленую. Совмещаем. Еще одно место есть. А нет, как раз все для магнума чисто. Магнум, блин, расходуется. А давай, наверное, сохраним. Сохранимся на этом месте. Да ёп. Главное, нет. Так, лента. Лента, лента. А тут есть вообще? Да, тут нет. Сохранение. Да, сохранение долговато. Топать, ладно, хрен с ним. Нехай оно так будет. Хотя, да, бегать все-таки стоит. Потом очень много придется переигрывать тогда. Скорее всего, я не помню, где я сохранился, лучше подстраховаться. Так, 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 отсюда мы двигаем в особняк, короче. Ну тут недалеко. Две минутки лучше потратить, чтобы потом полчаса не переигрывать. Сохранение у нас вот тут. Почему они не сделали, как обычно, в комнате с сундуком не сделали сохранение, это, конечно, загадка. Применяем ленту. Ну, где-нибудь. Давай так. Пойдем. Все, сейчас выкладываем ленту, забираем магну и топаем на босса. Думаю, что я подготовился. Так, нет, подожди. Ну тут, бля. Я в комнатах запутался. Нет, это... Да. Вспомнил. Всю игру отбегает очень до хрена комнаты, и там на пользу явно не идет. Начинаешь просто в них путаться, потому что, ну, их реально до хера. Их надо как бы всегда в голове держать, какая дверь визуальная, либо из той или из другой комнаты, куда она тебя приведет. Ну, то есть, допустим, ты бежишь вот такой по коридору, ага, тут две двери. Одна ведет в эту комнату, другая вот в эту. Из той комнаты я смогу перейти в другую и так далее. Там память, конечно, развивает хорошо, но... В то же время это отлично путает, если ты, допустим, не играл пару дней. А за один раз такую длинную игру не осилишь явно. Так, у меня 4 больших хила, 12 выстрелов магнума, и как бы вот, и 18, и еще 28 выстрелов гранатомета. Тихо, магнум-то забери. Я думаю, норм, вполне, должно хватить. Что-то того, что магнум это самая крутая пуха, как бы, в игре, и типа
И ее довольно-таки, кстати, непросто именно тут взять, потому что некоторые выкидывали. Я смотрел, то, что некоторые выкидывали огнемет. Ну, типа, раз он кончился, какой смысл? Оказывается, его еще потом в конце можно заправить. И заправив, ты можешь его на арктической банде применить. Чтобы взять только вот это вот оружие. А если нет, делай что хочешь, то и проблем. Вот по идее, под финал у меня два выстрела всего на пистолет осталось. Я не знаю, что там у Клэр творится, не помню. А, где-то выстрелов 20 от дробовика. Ну и вот я экономил, упорно экономил. Гранатометы и магнум вообще не использовал. Как-то так. Все равно по стандарту, как во всех сериях игр, сэкономленные боеприпасы тебе дают бонус, короче, к финальному боссу. Экономить не будешь, тебе труба. Так, ладно. Давай, применяем карточку. Терминал. Система отключения самоуничтожения. Карточку. Установил карточку. Ну, тут говорится о том, что типа ля-ля-ля, ты должен запустить пароль. Пароль для системы самоуничтожения. Ну, у нас как игра называется? Код Вероника. Вероника — это и есть у нас финальный пароль. Давай. Вероника. Вероника. Хорош. Ай, чувствительные кнопочки. Еще думает что-то. Культу думает. Давай, запускайся. Ну еще. Все доры. Да, да, все доры. Доры, доры, помидоры. Двери, говорит, все открыты. Все в процессе. Взрыв произойдет через 5 минут. Окей. Все двери открыты. Давай. Чем быстрее мы доберемся, тем больше у нас времени на финальный босс. Эх. Любит он в уголках позастревать. Получилось! Конечно. Все, рано теперь радуется. Уходим отсюда. Красота какая. Приползла. Что мы будем делать? Что делать, что делать? Стреляйте. Значит так, одновременно поворачиваем ключ по часовой стрелке на счет 3. Ясно. Один. Ну она прикольная, Вероника сделала. Два. Три. Тут у нас какая-то энергии. Лазерная пушка или что-то внимание. Такое. Всем покинуть базу. Внимание, всем покинуть базу. Сиську даже показали целую. Шикарно. Я отвлекую. Беги к запасному лифту. Крис, но... Я справлюсь. Иди же. Беги, говорит, я ее задержу. Ты должен. Не смей умирать у меня на руках. Да ладно, ты не беги, сейчас все будет. Так, мы подходим, короче, к этой курве, как можно ближе. Серьезно, с одного выстрела? Потом выстрел.
тебе больше похоже, да? На какого-то жирного. А Крис-то слиняла, Клэр-то слиняла вообще? Ускакал куда-то. Крис! Шевелись. Снова выскок. Клэр! Нет. А хоть приготовиться, то мало ли опять что-нибудь. Стрелять начнем. Странно. Я, правда, приготовился уже отбиваться. Крис! Он ее тут держит, потом там держит. Он телепортируется, что ли? Хорошая работа, Крис. Оказывается, что работа Алексии прошла напрасно. Так что теперь единственное, что нам осталось, это месть. Отпусти ее, Васка. Васка? Васка? Хорошо. Клэр. Блин, лаской стал. Хороший сегодня денек. Я пришел за Алексией, но покончить с тобой еще лучше. Я вроде не хочется тебя разочаровывать, но Алексии здесь нет. Это меня не сильно огорчит, потому что теперь я могу работать со Стивом. Что? В его теле живет вирус, который Халк. Стив будет хорошим образцом. Может, он тоже выживет, вот как я, и сможет еще повидаться с твоей сестричкой. Ах ты урод! Не тронь его!
Извини, малышка. Но мои люди его уже увидели. Ты выберешься отсюда, тварь. Но как же... Я должен покончить. Хорошо, но не забудь о своем обещании. Короче, Стива утащили на опыт. Я понял. Все когда-то заканчивается. Передавай привет моим товарищам, которых ты убил. Я не знаю, откуда берется в тебе такая уверенность, Крис. Линзы у него забавные. Ну, это понятно, что это не линзы, это мутация. Катсцены, загрузки. Система самоуничтожения включена. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Система самоуничтожения включена. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Сейчас прибежит бортельник. Подожди. За пузико держать новые загрузки какие-то. Загрузки между катсценами, я так понимаю. Он пробудится, достанет. Это ты что, не знал? Я думал, он уже давно укатился на своей подлодке. Вредный, вредный дядька. Конечно, я больше не человек. Но только взгляни, какими силами я теперь обладаю. Фаталити, нахуй. Таких гиперкодов даже Mortal Kombat не прописывали. Хотя да, прописывали. Конечно, прописывали. Просто супер. Или ты так не думаешь? Ну и естественно, он не подох. Хорошая попытка. Васка. Кстати, так, по-моему, на админ похож. В следующий раз тебе не повезет. Ага. До встречи. Until we meet again. Тут решили не переводить. Смотри, так мы с тобой еще увидимся. Тихо хочет. Подлодка стоит, он сейчас в нее брык и свалил нахрен под воду. Так что, с
взрывы эти бесполезняк. Не, серьезно, я думал, то, что он с Лоркером появился в финале, как бы я хотел персонажем управлять. Я думаю, вторая плойка могла бы себе это позволить, да и другие консоли. Где ты? А тут чисто говорили просто катсценами и все. Финальный босс ни о чем. Ты же знаешь, я всегда держу свое слово. Юморист. Ну и вот и все. Дай мне слово, что никогда больше не оставишь меня. Мне очень жаль, Клэр, но это еще не конец. У нас есть еще одно дело. Ты имеешь в виду? Да, настал час расплаты. Мы должны уничтожить Амбрелла. Немедленно. Давай раз и навсегда покончим с этим. Разъебали Антарктиду, короче говоря. Вот и все. Я вот потише звук сделаю, а то уж больно шарашит в ухи. Короче, вот закончилось наконец-то это Код Вероника. Я, в принципе, не удивлен, то, что не делают ее ремастер. Какая-то она такая, ну, выбивается из общего всего концепта. Потому что чего-то в этой игре слишком дохера, чего-то не хватает. Зачем-то сделали вот механику с двух рук, вот сейчас чувак стреляет. Но тебе только один раз в игру дается пистолеты, точнее две УЗИки, которые ты просто сливаешь в ближайших двух комнатах, и все как бы. Врагов дохрена, как бы, и они постоянно имеют свойство респауниться. Поэтому местами их лучше оббегать. Но ты не знаешь, где их лучше оббегать, а где тебе валить. Поэтому, типа, лучше ее пройти дважды, чтобы уже четко знать, куда идти и какие локации зачищать, какие хуй забить, как бы, и не тратить патроны. Наверное, при таком только раскладе у тебя будет адекватный боезапас. Когда проходишь ее первый раз, у тебя проблема с патронами, это по-любому. С ножом ее проходить тоже не вариант, тебя завалят. Просто любой моб, нахуй, он нападает на тебя, дает тебе пиздюлей. Такое себе, короче, удовольствие. До хрена катсцен, просто некоторые темы А, кстати, нет, немного. Они взяли, типа, классику, короче говоря, вот. Уебищное управление, нехватка патронов, комнаты с сохранениями, которых не очень много, вот эти вот, ну, сундуки взяли. И просто это все добавили туда очень дохрена врагов. Ну, я бы не сказал, что большое разнообразие врагов. Но они, короче, взяли вот. Вот это вот все из старых частей, много-много навалили туда катсцен. Катсцены иногда просто идут каждые 3 минуты, просто вот одна за одной нон-стопом, это не знаю зачем, как бы. Финального босса, я как уже сказал, то, что они просто сделали ни о чемным. Боссов тут, кстати, вообще немного за игру. Некоторые проходятся через жопу, типа как чувак в самолете, либо когда ты от Халка убегаешь. Финальный босс вообще ни о чем по сравнению с чуваком, который в самолете был. Ну, этот тиран, который, блядь, почему-то не садился. Я не мог его скинуть с самолета, пока вообще полностью подчистую не потратил все, что у меня было в инвентаре. Видимо, игра так решила, короче. А финальный босс просто, я потратил 12 выстрелов с магнума, 2 выстрела или 3 с гранатомета, и все.
и ты подбираешь как бы имбовое оружие, тут чисто попасть. Просто попасть, навскидку кидаешь, стреляешь, короче, и все. Ваншот, нахуй, босса нету. И потом дохрена катсцен, почти, ну сколько, 5-7 минут идут катсцены, которые тоже можно было сделать за геймплей. Можно бы тоже было это хоть как-то обыграть. Я думаю, вторая плойка, там, GameCube, или где она первым делом выходила, ну неважно. Консоли того поколения потянули бы просто битву бы с Вескером. Почему бы нет? Реально. Даже если бы она там ее сделали бы элементарной, ну просто там хотя бы добеги, там, не получив пиздели до рычажка, дерни рычаг, завали его, выстрели хотя бы 2-3 раза, там уже интереснее было бы. А то чисто показали битву с Вескером катсценами. Да. Такое себе. И игра еще не поверно затянута. Очень дохрена длинных коридорных локаций. И ты всегда можешь вернуться типа назад. Но ты такой вопросом задаешься, а надо ли? Дело в том, что там, допустим, дает, когда мне давали чемоданы, кейсы, короче, их надо было вскрывать. Ну, может быть не зря, как бы, а может быть и зря, потому что некоторые серии, некоторые игры в этой серии, они неплохие. Ну, то есть там то, что, допустим, какие-то играются хорошо, какие-то классика, какие-то не очень. Вот я бы эту игру отнес, которые близок к не очень. Потому что, ну, некоторые вещи непонятны. Типа, нахрена тебе нужно возвращаться в начало игры, чтобы отмычку получить? Именно так она получается. Там тебе с середины игры до определенной катсцены тебе нужно вернуться в начало игры, дать мужику лекарство, он тебе дает отмычку. Но когда этот момент происходит, ты в душе не имеешь. И отсюда 3 кейса с апгрейдом оружия просто просираешь. Заебись еще. Вот у меня там кейсы остались в инвентаре, 3 штуки. Там был апгрейд стволов. Возможно, с помощью этого апгрейда я бы и сэкономил на патронах. Но откуда же мне знать нужно было? Дали какой-то бутылек, баночку белую. Она восстанавливает здоровье. Ну я и подумал, то, что это типа для меня хилы. Нет, ни хрена, нужно было негра намазать усатого. Ништяк, че? Спасибо. Никто же, блядь, не объясняет об этой шляпе. Много спорных моментов в этой части. Надеюсь, Zero будет лучше. Но до него еще добраться надо. Посмотрим. И единственное, вот что, какие, в которые не играл, которые остались непройденные мной, это Zero, это... пятая, это шестая. Но будем проходить их все-таки по порядку, по мере выхода. Естественно, с перерывами на какие-нибудь другие игры. Как-то так. Давай, смотрим рейтинг. Ранг Е. Вот этот ранг, короче, дается за собранные в течение игры очки. За сколько времени ты ее прошел, сколько раз ты использовал хилы, сколько раз ты сдох, и сколько сохранений ты использовал. Все это дело плюсуется и так далее. Попыток. Сохранение 21, попытка 3. Но я сомневаюсь, конечно, потому что у меня 3 попытки. 17 часов она проходилась. Но по стримам больше. Ладно, дальше. Я не думаю, что из нее... в скором времени ремастеры сделают, потому что, ну она, блядь, какая-то вот такая. Ну, ни рыба, ни мясо, ни 5, ни 6, не знаю, как еще. Какие еще, блин, синонимы, ёпта, привести к этой части игры, серии, точнее. Как-то так.
добавили там еще стопудово какие-нибудь возможности, схватки там. Ну ладно, это как-то все лирика. Вот, короче говоря, вот такой вот короткий сегодня стрим. Следующее мы будем проходить, наверное, вечерком будем проходить RDR2, а на дневные стримы, чтобы сделать промежуток между резиками, наверное, будем Бэтмена проходить. Я думаю, так. Сегодня тогда уже, наверное, все. Завтра вечером RDR2. Как-то так. Думаю, да. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк.